Да, на витрину и давай посмотрим. С пакетом. Дубина. Вот, я тебе собрала. Там все, в общем-то, хорошее, но я по каким-то причинам не пользуюсь. Это прям хорошая фирма. Да? Это да, ну очень мало осталось. Просто посмотришь, как он тебе, просто ради интереса. Его можно только если вот вытащить вот это, он уже не выдавливается. Его вытащишь. Ну, ничего, просто для себя посмотришь, как он работает. Это французская фирма, да? Я не знаю, что это. Какая? Ну, американская, наверное. Не, написано во Франции произведено. Да? Не знаю, никогда не смотрю. А это что у нас? Это вот BB крем. Супер BB. Вайтенинг. Значит, 25%. Ой, 25 SPF. Это по типу корейской косметики BB крем. Еще защищает от ультрафиолета. Да, он практически полный вот здесь вот. Вот, я им тоже почему-то не пользуюсь, но мне кажется, цвет мне не очень подходит. Ой, какая забавность. Да, это такой вот как шиммер. Ну-ка, открой сводчик-то сделать. Вот, разотри его немножко. То есть это получается, блестяшка. Да, как такой вуаль наверх, поверх макияжа. Такой. Чтобы лицо сияло. Там, я не помню, открою вот второе дно. Есть там, у меня вообще все время теряются те всякие щетки. А я не помню, есть вроде. Не, я не умею, открой. Подожди-ка. Ну-ка, держи видео. Думаешь, что нету? А вот он. Просто, видишь? А-а-а. Ой, еще что-то можно скрыть, там денежки. Да. Валюта евро. Да. Так, а это у нас что такое? А это, значит, фирма корейская тоже этот... Какой необычный. Стик тоже с шиммером. Можно точечно прыщи замазывать. Да какой прыщи? Он тут хайлайтер. А-а-а. Подсвечивает. Все внимание для прыщей. Кто чтобы болит, то и говорит. Это тоже вот корейский крем. Я не знаю, не пользуюсь. Он вообще давно лежит. Посмотришь его. Корейский тоже. Ну, все-таки что-то я использовала в этом креме. А это у нас это вообще абсолютно новый крем Bare Minerals. Это очень известная фирма. Вот, но не пользуюсь им. Вообще не пользуюсь. Матовый. Он замаскирует твои недостатки. Ой, клевый цвет. Кстати, я не помню, пуховка там была или нет. Но если что, ну-ка, тут нет, да, нет, крышки не прилипло. Ну, попробуй, да, по-моему, там, не помню, была или нет. Вот, ну, если что, пуховка у тебя есть? Нет. Это и Фраше, не пользуюсь, не знаю почему. Неудобно, наверное, пользоваться. Ну, в принципе, кисточкой можно. Можно делать, оттенять себе немножко щеки, вот, как такими румянами, угу. Кстати. Выделять скулы. Угу. И последняя у нас это... Да, абсолютно две у меня одинаковых. Я как-то очень быстро торопилась куда-то навстречу, и быстро мне надо было лицо. В общем, я такой купила. А потом почему-то нечаянно второй такой же взяла. А-а-а. И, ну, я знала, что я беру такой же. В общем, у меня их два, поэтому один тебе. Ну, а как попробуй по сводч. В принципе, нормально. В целом нормально. И там, по-моему, тоже есть второе дно. Да. Вот. Тоже зеркало. Да, зеркало. Пуховка, тогда и они продаются, эти пуховки. Дополнительно можно купить для своей ну, кожи. Ну ладно, спасибо большое. Не надо тогда мне покупать будет ничего. Ну да, ты доживешь до своего 18-летия с моей косметикой. А потом перехитришь меня и будешь покупать Dior и Шанели. Ага, конечно, на цифрики, как... которые мне подарили родители. Да, 500 рублей. 500 рублей. Мне на 18 лет 500 рублей. Это даже на лак от Dior не хватит. Там 1000 стоит. Ну, а может, они тебе 1000 евро подарят? Угу. Которые не копили на обшивку дома. Ой. Картой, Галь, купи себе лак. Стыдно смотреть. Ой, ну ладно, все.